Всем привет, дорогие зрители, любители советских украшений! Добро пожаловать на мой канал! Предлагаю вам продолжение видеоподборки с завораживающими камнями, сафирами в золотых украшениях, произведенные в советское время. А первая часть будет в описании под этим видео. Итак, как уже говорила ранее в своих видео, драгоценные камни в ювелирных украшениях периода СССР были в основном синтетические. Особенно они стали популярными в 70-х годах. Но это совершенно не означает, что старые советские украшения не имеют никакой ценности. Во-первых, советские синтетические камни имеют высочайшее качество и очень красивые. Во-вторых, в Союзе высокие требования предъявлялись к надежности украшений, поэтому все камни очень надежно и вручную закреплены, а застежки изделий, как правило, почти не ломаются. Ну и, конечно, в-третьих, это просто семейная память и ностальгия по временам, когда покупка, например, кольца с рубином была целым событием. А также уже не раз замечала, как молодые девушки носят явно советские украшения, вероятно, в память о бабушках или маминой подарке. Давайте еще раз рассмотрим и вспомним наши прекрасные золотые изделия с завораживающим камнем сафир. А я думаю, пусть камень и синтетический корон, зато как достойно и благородно он смотрится. А вы как считаете? Поделитесь вашим мнением в комментариях. И, конечно, обязательно досмотрите подборку до конца. А я вам желаю, как всегда, приятного просмотра, хорошего настроения и до следующих видеоподборок.